Тому, кто зарабатывает, сдавая в посуточную аренду квартиры, нельзя забывать о риске появления бытовых насекомых. В первую очередь, постельных клопов или тараканов. Приехал на заказ от тараканов. Квартира с посуточной арендой. Сейчас будем искать. Вот такая вот отделка интересная. Тут, в принципе, для тараканов очень благоприятные условия. Нету москитных сеточек на вытяжке. В принципе, через вот такие щели тоже они могут из стояка приходить. Ага, вон вижу, есть таракан ползет. Тоже вытяжка, вроде закрыта, но если приглядеться, тут такие щели, что даже крупный таракан сможет пройти через них. В первую очередь надо защититься, чтобы они не приходили. А потом уже как бы выводить. Вот тут тоже видно, бегают. Тут вода вся скапливается в посудомойке, и тараканы бегают. Так как тут много укрытий, сейчас будем обрабатывать препаратом с раздражающим эффектом, чтобы они сразу повылазили. Приступаем к обработке. Насекомых могут либо занести арендаторы, либо они могут сами прийти от кого-то из соседей. В любом случае, проблему нужно решать. Так как квартира – источник вашего дохода, не стоит пытаться экономить на профессиональной обработке, тем более стоит она не так уж дорого. Иначе борьба с насекомыми может затянуться, и вы больше потеряете от простоя вашей квартиры. Итак, прошло 10 минут, давайте проверим, как тараканы вылазят. Вот даже докуда дополз, а в кухню. Ну и вон на потолок, конечно, начали заползать. Естественно, средство их раздражает. Сейчас будут заползать и падать. Вот еще один тут карабкается, тоже от средства. Не знает, куда себя деть. Как видите, проходит время, через 5, 10, 15 минут, и их все больше и больше становится. Если тараканы появляются в квартире уже не первый раз, возможно, было бы рационально раз в 2 или 3 месяца проводить профилактическую обработку. В данном случае дезинфектор по просьбе заказчиков через 2 недели пришел снова, чтобы закрепить результат, и ситуация уже была значительно лучше. Так, вернулся в эту квартиру через 2 недели. Смотрим на результат. Я так уже посмотрел, нигде не нашел ни одного. Чисто. Сейчас будет закрепительная обработка профилактическая. На экране телефон круглосуточной горячей линии, где вы можете получить подробную консультацию и заказать обработку. Сдавая квартиру в аренду, позаботьтесь о защите от насекомых, следите за ситуацией и не запускайте ее.